Более 160 участников из 14 сборных команд школьников Ленинского района собрались на стадионе 17-й школы города Бреста на празднике, посвященном открытию круглогодичной районной спартакиады. Участников встретили теплыми пожеланиями и напутственными словами. Здесь же прошли показательные выступления юных каратистов и школьных талантов. Кто знает, может, именно с этого спортивного мероприятия начнется история одной большой спортивной карьеры. Яркий пример – тренер по карате, чемпионка мира и обладатель черного пояса Ольга Тиковенко. Очень здорово, что такие праздники проводят. Это все-таки стимулирует школьников к здоровому образу жизни, к занятиям спортом. И создает хорошее настроение, хороший фон, благоприятный для того, чтобы заниматься. Победа дается ценой немалых усилий и постоянных тренировок. В рамках спартакиады соревнования проводятся по 12 видам спорта, среди которых футбол и волейбол, шахматы и легкая атлетика. Победители по каждому направлению будут объявлены в мае и получат свои заслуженные награды. Итоги спартакиады мы всегда проводим в мае месяце. Считаем очки, и команда, которая набрала наибольшее количество очков, является победителем. И эта команда награждается ценными подарками, как и призеры других этих всех соревнований. Начало положено. Спартакиада стартовала. Теперь ребятам придется выложиться на все 100%, чтобы показать отличные спортивные результаты. Громкие победы еще впереди, а сегодняшнее мероприятие стало настоящим подарком и для самих участников, и для преподавателей. Завершающим и самым долгожданным моментом спартакиады стали несколько товарищеских матчей. Молодцы ребята, молодцы администрация, молодцы учителя физической культуры и здоровья, которые прекрасно организовывают детей всегда на уроках физической культуры, прекрасно организовывают их на праздники такие, которые посвящены здоровому образу жизни. Спорт – это сила!